Решила сегодня приготовить овощную запеканку. Ну и, конечно же, поделиться рецептом с вами. Готовить сегодня мы будем в микроволновой печи LG Neo Chef. Для начала порежем овощи. Режем соломкой перец, крупно нарезаем помидор, добавляем немного стручковой фасоли, соль, перец, специи по вкусу, какие вам больше по душе, немного растительного масла и готовим полученную смесь при максимальной мощности в течение 5 минут. Овощи протушатся быстро и равномерно благодаря технологии Smart Inverter. Режем кабачок кружочками и выкладываем слой тушеных овощей поверх кабачка. Взбиваем полстакана сливок с одним яйцом. Поливаем овощную запеканку, отправляем запеканку снова в микроволновую печь. Выставляем режим конвекция, температуру 180 градусов и оставляем на 40 минут. Вот такая красота у нас получилась. Блюдо сочное внутри с аппетитной хрустящей корочкой. Быстро, полезно и очень вкусно.